Хейо, гейс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Кунг-фу Панда. Ладно, давайте сразу следующий уровень. Нефритовый дворец был в безопасности. Свинский клан потерпел поражение, и так называемый воин-дракон чувствовал себя лучше некуда. Может, теперь мастер Шифу наконец разглядит его неотразимость? Куда там? Мастер Шифу ничего и не заметил. У него были совсем другие заботы. Банда золотых имперских крокодилов! Но мастер Шифу еще не знал, что крокодилы неспроста захватили озеро Лотосов. Они знали о Тайлуне и решили, что сейчас самое время перейти на его сторону. И вот, воин-дракон и мастер-журавль, которых впереди ждали немыслимые опасности, пустились в путь к озеру Лотосов. Да, вот так вот. Сейчас, значит, будем мы с вами проехать по болоту, да, по лотосам. Озеро слез. Да, сейчас будем прыгать, сейчас будет паркур. Мастер Журавль, а ты должно быть По. Мы слышали о вас. Какое счастье, что вы пришли. О, это был кошмар. Крокодилы, они повсюду. Они пытаются украсть наши яйца. Крокодилы? Я скорее спец по свиньям. Мастер Журавль у нас занимается крокодилами. А мастер Шифу сказал, что это задание для тебя, По. О, По, ты, наверное, опытный воин. Ну... Но ты же тренировался много лет. Ну... Ладно, а умеешь ли ты искать яйца? Яйца? Я лучше всех. Тогда вот наш план. Ты ищешь на земле, а я смотрю сверху. Удачи! Отлично! До свидания, По. Увидимся на том берегу озера. Чего? На каком берегу? Где? Да, и сразу... Пожалуйста, найди оставшихся малышей, чтобы я могла доставить их в безопасное место. Без проблем, но... Сразу что мы с вами видим... В принципе, ничего, я сам ничего не вижу. А, доски, точно, за доски, которые тонут. Уже не тонут. Я понимаю, мне прыгать в воду нет смысла. Спасение черепашонка 1, спасение черепах 4, найдено яиц 10. Ох, сейчас напрыгайся по болоту, я думаю. Блокировав атаку, нажми кнопку «Быстрая атака», чтобы применить прием «Стальное пузо». Черепашонок. Типа, я должен выбирать, куда мне идти. Используй быструю атаку, а затем силовую атаку, чтобы начать жонглировать противником. Ладно, ну это я. И что у нас тут такое? Вот прикольно, что здесь боссы есть на каждом уровне почти. Или на каждом. Вижу крокодила нормально. Так, раз борт, два борт. Я думаю, пока что будем прыгать куда можем. Здесь мне нравится то, что здесь именно... Здесь отзывчивое управление в плане прыжков тех же самых. То есть нету такого, что типа ты нажал и он не отпрыгнул. Он именно отпрыгивает постоянно. Так, погнали, я думаю, за монеткой. Э-э-э.
Ну, я думаю, лучше не тонуть в этой игре. Плохое предчувствие у меня насчет воды. Чисто спидран, чисто спидран. Вот, конечно, камерой вращать не очень удобно. Фу, я почти упал. Ладно. Да, если панда здесь в воду пойдет, мне кажется, она с воды уже не вылезет. Поэтому лучше здесь не рисковать этим. Так, теперь нам на ту сторону. Если бы еще крокодилы здесь в воде нападали, было бы жестко, да. Хотя не, ребят, все-таки паркур здесь более-менее адекватный. Так, что у нас там? 6 уже есть. Там у нас монетка с той стороны. Как бы мне заполучить вот эту монетку? Так, яиц больше не наблюдается. Игра, если что, сохранилась. Да уж. О, подожди, я могу постоянно теперь это? Сейчас, подожди, я хочу попробовать. А, ну хотя этот сундук мог не сохраниться сам по себе, и поэтому... Ну да, как вариант. А теперь вы знаете, что будет, если упасть в воду. Он сразу же умирает. Черепахи под угрозой. Спаси их, и они помогут тебе. Ну, слушай, не тот момент, когда я должен был на черепахах ездить. Спасибо, друг. Запрыгивай, я перевезу тебя на ту сторону. Да, спасибо это... за помощь. Теперь я тебе помогу. Я и смог без тебя запрыгнуть. Сори, но это так. Так, хорошо, у нас есть туда. Там яичко. У нас есть отсюда в ту сторону. Как мне лучше использовать? Ну, типа, по факту. А! Я уже... запрыгнул, сори. Так, вшинки, походу, потом появляются здесь. Так, сейчас мы сюда немного попозже придем. О, ты слишком широкий. Он засветрял. Блин. И монетка хер знает, куда улетела. Вот это самый такой момент. Когда я должен... попасть на... Отлично, мастер по яйцам. Ты нашел достаточно яиц. Можешь вернуться ко мне или поискать еще яйца. Поздравляю! Стоп! Я ж не все собрал. Сколько я собрал? Только 8. Я найду все яйца. И пускай они уплывают в добрый путь.
Это мини-квестики, но они не такие ж на самом деле сложные, что типа, ну, типа невыполнимые. С горшками, да, вот в детстве, я помню, я всегда терял горшки эти, я не мог собрать все. Ой, спасибо, друг. Запрыгивай, я перевезу тебя на ту сторону. Спасибо за помощь. Теперь я тебе помогу. Так, а где эта черепаха? О, что-то я потерялся немножко. Где эта черепаха? А, ТП. Так, я нашел всех детишек. Это раз. Второй момент. Одна черепаха туда, одна вниз. Последняя черепашонка, походу, он вот там. Я так понимаю. О, мастер по яйцам. Может, не надо этого вслух говорить? Как-то звучит. Мастер по яйцам. По-конфуистке, ладно? Королева крокодилов устроила себе логово на главной площади. Надо скорее туда добраться. Живее, залезай. А какое ограничение по весу? У меня может быть перевес на пару кило. Не беспокойся, просто держи равновесие. Ну, что сказать. Я уже даже знаю, как я назову эту серию. Почему не быть мастером по яйцам нам? Да, монетки пропадают. Может, не надо этого вслух говорить? Как-то звучит не очень по-конфуистке, ладно? Королева крокодилов устроила себе логово на главной площади. Она не пропускается. Площади. Надо скорее туда добраться. Живее, залезай. А какое ограничение по весу? У меня может быть перевес на пару кило. Не беспокойся, просто держи равновесие. Да, все-таки обузить монетки не получается. Монетки просто отнимаются. Они забираются? У меня было 70 монет. Алло. У меня с одной монеты. Так, минуточку. Там ничего нету, ладно. Медленно. Врагов на самом деле не так уж много почему-то. А теперь спаси моего внука от королевы крокодилов по... Без проблем, бабулька. Мне предлагают либо по ровной туда пойти, а я пойду за монеткой схожу как раз. Слышу крокодилов. Поздравляю, найден. Что-то я давно статуи так не видел. Интересно, где они все? Босс крокодил сейчас у нас будет. И чё, музыка? Я пока что рядом хожу, монеты собираю. Меня разбуди. Погоди, малыш. Сержант! Сержант! Вот и? Нет, хорошо. Я легче воздуха! Не для меня! Схватите их! Управляй мастером-журавлем, чтобы уклоняться от атак сержанта крокодилов. Перевести нельзя было. Так, а теперь вопрос. Я понял. Надеюсь, лучше просто держаться вверху.
Да, я все-таки что-то все еще помню. Фу, блин, я буду сейчас путаться. Это легко. Мне кажется, я бы даже на сложности профи прошел. Спускайся сюда, я тебя раскромсаю! Типа, на самом деле, это вообще не сложно. Сложность минимальная, по факту. Хотя это детская игра, поэтому... Ну, всегда, знаете, платформы, будет еще одна игра, я буду проходить. Ну, не Мадагаскар, но Мадагаскар я пройду. Вторую часть Мадагаскара я пройду. А, есть игра, которая называется... Приключения... Симбада там что-то... Ну, о, точно, не Симбада я пройду. Короче, про мужика, который путешествовал во времени. То, что его мартышка в часах что-то там застряла. Типа того. Мастер по яйцам, ты вернулся. И с малышом-черепашонком. Спасибо. Ты настоящий герой. Я вообще-то помогал. Да, отлично получилось. Ой, прелесть какая. Вот так вот, ребята, мы будет все равно миссии там с огромной местностью на самом деле. Я, кажется, помню, я их не все прошел, там будут связаны с нашим вот этим вращением, это предпоследний, либо предпоследний уровень. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.